Ибомея трехцветная. Однолетние вьющиеся растения длиной до 3 метров. Цветы большие, лейкоподобные, разнообразные окраски, от розового до темно-фиолетового. Семена высеивают сразу на постоянное место, когда пройдет угроза заморозка. Расстояние между растениями 40-45 см. Сходы появляются через 10-14 дней. Чтобы получить качественное семя, необходимо выращивать рассады. Цветет ипомея с июня до заморозка.